Всем привет! И сегодня у нас опять пятница, и у нас опять вечерние посиделки в машине со мной, с Усаниным, и с моей Opel Zafira B 1.6 двигатель у нас на газу. Засекаем мы по трассе, как видим. Едем по трассе, едем не спеша, 60 км в час на круизе. Расход 5,7. При этом на газу, скорее всего, будет плюс литр. То есть, грубо говоря, 6,7, ну, порядка 7 литров. Но это при условии, что вы едете на круизе, пустой, то есть в салоне никого нету, и со скоростью 60 км в час. Если вы выдержите такую езду, то, пожалуйста, присоединяемся и едем вместе. Все, до следующей пятницы. Разговоры о расходе с Сусаниным и с моей Opel Zafira B. 1.6 на газу, Z16 XEP, если интересует, какой двигатель. Все, всем удачи на дорогах, всех обнял, всем пока-пока, всем мира. С вами был Сусанин. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, какой у вас расход на трассе. Пока!